Так, выбили бы кнопку. Я типа сниму тут все. Ага, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Ладно, это не считается. Пока разобрался. Короче, дядя Лежа вышел на тропу войны, блин. Сейчас он покажет класс. Чемпион по игре в танки. Мы имеем все, короче. Так, я понял, синие это наши. Это что победит. Что они все убегают? Там кто-то есть, наверное. Сейчас мы прорвем блокаду. Ага, вот, это не наши, видно, красные. Вот они меня все боятся, убегают, видно. Сейчас мы, короче, своруем флаг. Все, сейчас я порву всех под брюхо, блин. Только бы флаг найти. Вау, вот так. Чувак, ты не знаешь, с кем ты связался. Что такое? Это у меня он медленно стреляет вообще, блин. Не очень мне нравится, что эта игра это уже. Так, ну, водить дядя Олежа научился классно. Очень неудобное управление. Не знаю, игроки, наверное, как-то приспосабливаются немножко по-другому. Здесь нужна своя тактика, но мы надурно сейчас все пройдем. Сейчас все заберем, возьмем медикаменты. Стоять! Это у нас вроде бы ничего не подбито. Я так понял, ай, блин. Короче. Так, от этого я убежал, нормально, я так понял. Вау, 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 вау. Так, здесь до меня кто-то его подбил. Ну хоть помог своим. Медленно пушка ворочается. Блин, засада. Ну, что-то не очень интересно началась игра. Но я думаю, сейчас мы немножко вклинимся, посмотрим, насколько мы продвинемся в этой игре. Я понял, аптечку надо сразу брать. Не понимаю, как люди играют в эту игру. Очень много нужно. Опа! Ну, интересно, у меня там куколка какая-то, у него там стреляет мама не горит. Так вот, нечестно. Я думаю, надо сразу бабки выкладывать, чтобы тебе было комфортно играть. Потому что у меня какая-то куколка, блин, я с рогаткой против танка иду. А у них там, я не знаю, что за оружие, блин. С первого раза захерачили, блин. Я понял, аптечка мне тут уже не потребуется. Здесь чисто должна удача быть. Вот этот убегает, значит там кто-то есть. Надо сваливать из туда. Все понял, тактику понял. Главное вовремя свалить. Опа! Опа, стреляй давай. Короче, сил хватает пока доехать только до флага. И то не доехать. Ну что, сейчас прорвемся. Надо за кем-нибудь привязаться. Надо убегать от противника. Вон он не попал. Опачки, я так понял. Я так понял, я приехал. Стреляй, стреляй, стреляй. Ладно. Ну конечно, их тут куча собралась, блин, вообще нечестно. Короче, меняем тактику. Надо за кем-нибудь привязаться более сильным. Чтобы у тебя был. Так, надо вот это, наверное, набрать. Хорошая штука, я так понял. И надо где-нибудь либо притаиться, а для начала вообще, наверное, нужно помогать просто своей и не собирать больше всей вот этой фигни. Так, это свой. Да шо ж ты толкаешь, дебилоид, блин. Ты же свой. Ты, наверное, такой же новичок, как и я, блин. Задом ездил, придурок. Вау! Короче, мы попали, блин. Блин, это из-за этого придурка я за ним поехал. Короче, я понял. Надо как-то определить, где сильный танк есть. И тогда за ним уже ехать. Да аптечка тут, короче, до жопы, если вы начинающий, я так понял. Все равно вас убьют, блин.
Вот эта пушка вроде ничего такая посерьезнее. Надо за ним привязаться. Вот что он туда прячется будет? Короче, надо за ним ехать. Ой, дебил, блин. Короче. Ну-ка. Эти пушки. Ну переверни меня-то, ёхар не добавил, я понял, ты кажется, о, молодец, давай. Умничка, да ты с флагом можешь мне. Короче, сейчас можешь рикошетом кого-то купить. Опачки, своих добивают, вот дебил, блин. Дебил, патроны тратит, блин. А, он меня хотел перевернуть. Ну, я понял, спасибо. Тут взаимопомощь. Ну, что-то не так. Не так, короче, не получается. Все глухо, как в танке, короче. Что же стоит-то так? Давай. О, сейчас на крышу вяжет. Эй, не прят. Ой, спасибо, друг. Но он уже решил мне помочь конкретно. Давай. Молодчина. Так, это Алинка. Блин, Алинка, спасибо за помощь. Я вижу, что ты старался, но... Нет, он все-таки решил меня до конца. До конца решил мне помочь перевернуть. Упертый парень. Давай. Никак. Сейчас нас тут запасут, что мы тут геморрой. Давай, брат. О. Ёхарный ты бабай, блин. О. Ну это спец, это явно спец. Старый игрок, блин, из-за меня его подбили. Мне, конечно, очень стыдно. Да добей меня уже, сволочь, я его в другом месте, блин, спасибо. Я понял, спасибо отважному Алинке. Алинка, ты просто супер пожертвовал с собой. Так, я понял, я зря сюда вылез. Надо подождать, пока наши в бой пойдут. И помочь своим. Ой-ой-ой, кто там меня долбит? Сейчас мы поможем. Вот этот вот тоже с нормальной пушкой такой. Блин, еще какой-то дебил тут долбит, блин. Ага. Так, идем в прорыв. Блин, еще один тут, вот это хороший. Дай. Короче, аптечку тут нафиг не надо. Так, одного я уже подбил, я уже начинаю быть мастером. Да куда ты лезешь? Короче, надо за каким-нибудь сильным игроком привязываться. Так, ну мы на шару сейчас поедем. Все, меня уже боятся. Ой, ёперный театр, блин. Так, ну это все, это криндец. Походу. Допейте меня кто-нибудь уже, блин. Ну. Долго я тут буду валяться, блин. Так, ладно, сейчас кто-нибудь добьет, я думаю. Что-то никого нету, один тут как топливный ключи сидит. Так, ну вот этот меня сейчас добьет, я так понимаю. Ну давай же уже, ёпкарненькая. Все, сейчас мы пойдем в бой. Так, понял, меняем кардинально тактику, надо искать сильного игрока. Так, сильного игрока.
кого там на погонах побольше чего-нибудь. Так, ну вот уже генерал какой-то у нас. Поеду за ним. Так, сейчас своим поможем. Хопочки. Вот от меня помощь пришла. Так, а это Алинка, по-моему, тоже. Так, да ты-то чё опять? Это тоже вот, наверное, новичок, блин. Всё на меня стреляет. Так, ну сейчас тут своим помогу тоже. Давай, стреляй, ты ёхарный. Ну вот, и от меня какая-то польза пришла. Так, что-то, блин, никак. Ну, что сказать, навыки потихоньку приходят, я уже почти профессионал, уже почти лучший игрок. Уже тут даже вот немножко помог